Весенний период – это время приведения автодорог в надлежащий вид. В соответствии с требованиями безопасности дорожного движения обновляется и разметка. Особое внимание уделяется проезжей части вблизи образовательных учреждений. Так, свежая маркировка, сигнализирующая водителей о том, что впереди пешеходы, уже радует глаз посетителей бассейна «Дельфин», а также учеников и преподавателей Видновской гимназии. Причем обновили не только переходы, но и обязательные в таких местах дорожные знаки. Ограничение скорости 40-20, знак 1-2 следите, ИДН обязательно перед пешеходниками, вот около где дети переходят дорогу. Кроме того, некоторые знаки продублировали на самом дорожном полотне. Обновление проводится сейчас вблизи всех школ и детских садов Видного. А чтобы неудобств для жителей было как можно меньше, дорожники в основном выходят на службу в утренние или дневные часы.